чеканилась монета во многих городах Золотой Орды. В Болгарии, в Акутеке, в Сараях, в Крыму. И на монете, чеканенной ханом, его тамга, его знак и имя. Мы о многих ханах 14 века знаем только по монетам. Нет на них других источников, кроме как на их монете. Но кроме монет из серебра и меди, здесь 10 слитков, 10 кусочков серебра весом 208-211 грамм. Это затарский сум, сом. Как сегодня в татарском рубль. Только вот тогда сум – это слиток серебра для какой-то крупной операции, для какой-то большой покупки или уплаты налогов. Чтобы мешками монету не носить, используйте весовые слитки. Thank you.